Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение 72 на странице 33 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте, ставьте пропущенные знаки препинания. Есть в нашей речи выражение «как с гуся вода». А почему вода скатывается с гуся? Перья у этой птицы покрыты жиром, поэтому всегда остаются сухими. Из журнала «Мурзилка». А почему вода скатывается с гуся? Это вопросительное предложение, ставим знак вопроса. Перья у этой птицы покрыты жиром, поэтому всегда остаются сухими. Это повествовательное предложение, ставим точку. Найдите в предложениях имена существительные в родительном падеже. Подчеркните их. С кого? С гуся. И еще раз гуся. У кого? У птицы. Обратите внимание, выражение «как с гуся вода» используется тогда, когда говорят о человеке, который совершает неправильные поступки и не обращает внимания на упреки окружающих. Устно составьте предложение, употребив в нем выражение «как с гуся вода». Петя не выполнил домашнее задание. Ему все как с гуся вода. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.